Всем большой привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня с вами пойдем в сток-центр, магазин Абсолют. Называется он, у нас находится рядом, прямо со светофором. Посмотрим, какие здесь цены и ассортимент. Всем приятного просмотра. Скраб для тела 48 рублей. Лимфа, дренаж и антицеллюлит с маслом зеленого кофе 150 миллилитров. Цены здесь, конечно, тоже очень, мягко говоря, смешные и приемлемые. Много разных масочек, бальзамов. Здесь не только такая уходовая косметика, также вещи есть. В общем, очень похож на магазин Светофор. Жидкое мыло 97 рублей, 5 литров, лимон. Кухонные весы 434 рубля. Разные, кстати, можно выбрать. Они электронные, и можно выбрать разные по дизайну. Смотрите, какая прелесть. Кормушка сборная, 180 рублей. Сразу уже готова к пернатым друзьям. Детский табурет, подставка, 145 рублей. Есть панда, лягушка, тигренок. Сзади ножки силиконовые, чтобы ничего не скользило. Какие красивые вазы, посмотрите, цены у них на экране. Стеклянные, интересные рюмки, 77 рублей. Подсвечники разноцветные. Ваза для мороженого, 70 рублей одна. Делает по шабахче, красные и голубые. Наборы салатников с крышками, 5 штук. Сами салатники стеклянные. Стоит такой набор 250 рублей. Женские жилетки по 360 рублей, с 46 по 60 размер. На 4 пуговицах, кармашки. И смотрите, разные цвета. Бокал для вина 63 рубля, 445 миллилитров. Бокал для шампанского по 54 рубля. Также стаканы. Двадцать рублей один на 290 миллилитров. Стопочки тоже вот вижу, но не вижу их цену. Интересные контейнеры для хранения, очень яркие. 263 рубля на 10 литров с миньончиками. Есть еще вот такие коробки для хранения, попроще уже. 203 рубля. Набор стаканов пластиковых. 90 рублей, 4 штуки. Большой такой стакан. На 500 миллилитров идет один. Кувшины пластиковые за 120 рублей. Много очень разной мелочевки. Красивые очень. Тарелки пластиковые, ажурные. Побольше, поменьше. Ложка-шумовка 37 рублей. Коврики для ванной. Очень красивый, смотрите, какой прозрачный. Блестит так классно. Сзади он на таких липучках, скользить не будете точно. Какой у него тут размер, посмотрим. 66 на 34. Стоит такой коврик 129 рублей. Еще есть немного других вариантов. С такими ножками. Других цветов, коричневый. Крючки для ванной, 12 штук, 200 рублей. Интересные они довольно-таки, гляньте. В общем, магазин этот очень похож на Светофор. Для посудомоечных машин таблетки 500 рублей, 60 таблеток. Еще есть немного другие. Думаю, цены вы видите. Покажу вам немного общего вида. Антижир.
вешалка вот такая вот гардеробная черная. Стоит она 1100. Также есть лавочка дачная, 1160 рублей. Табурет вот обычный, 216 рублей. 4 ножки. И есть стулья со спинкой, похожие чем-то, как в светофоре есть. Здесь они 960 рублей. Тоже такие интересные, бежевые, хороший цвет. А здесь у нас готовимся к школе. Это доска для рисования. Такой какой-то некий мольберт. Два в одном. Маркер и мел входит уже в комплект. Стоит такой набор 900 рублей. Кондиционер для белья. 1 литр. 50 рублей стоит. Конечно, я смотрю, что как-то он жиденький такой. Чайник. В светофоре так увидели, здесь он стоит 400 рублей. Эмалированных кастрюль очень много, разные по литражу. 500 рублей стоит такая большая на 9 литров. А так разных цветов они есть. 279 на 2,9 литра. Красивый, кстати, цвет такой коричневый. На 7 литров 443. Поменьше есть. Вот такие лотки, как раньше, да, для холодца. 348 рублей. Это у нас ковшик, это все эмалированная посуда. 160 рублей. Кружки с носиком белые. 137. Красивый вариант ковшика и кастрюли с эмалированным покрытием. Посмотрите, какой классный цвет. Покрытие хорошее, в принципе. Ковш стоит 961 рубль. А кастрюлька вот такая стоит 1250. Из одной они серии. Вот здесь тоже что-то интересное. Смотрите, какой дизайн. Кастрюля. 1181 рубль. И такая же, поменьше чуть-чуть, на 1024 рубля. Ну что, друзья, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Показала, какой еще бюджетный магазин у нас в Курске есть. Спасибо за лайк и ваш просмотр. До новых встреч. Всем пока.